президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Уважаемые товарищи, поздравляю вас с десятилетием со дня образования Следственного комитета Российской Федерации. Сегодня ваше ведомство сохраняет и продолжает лучшие исторические традиции органов предварительного следствия. Они закладывались еще в Петровскую эпоху, более 3 века назад, когда были учреждены майорские следственные канцелярии. Во все времена работа следователя требовала особых качеств и серьезной подготовки, большой личной ответственности. И в наши дни каждому, кто выбрал для себя эту стезю, предъявляются самые высокие требования. Здесь нужны честность, профессиональная хватка и проницательность, и, конечно, глубокие, твердые юридические знания. Следственный комитет России успешно решает крайне важные задачи по расследованию особо опасных преступлений, вносит ощутимый вклад в борьбу с криминалом, коррупцией, в дело защиты прав граждан, является одним из ключевых звеньев всей правоохранительной системы. Убежден, что вы будете и впредь делать все для укрепления законности и правопорядка, заботиться о чистоте собственных рядов, авторитете следствия. Желаю вам и вашим близким здоровья, успехов и всего самого доброго.